Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Сегодня прогноз на теннис. Даниил Медведев и против канадца Дениса Шаповалова с российскими корнями. Молодой человек. Шанс на победу. Даниил Медведев, шанс на победу. Денис Шаповалов, шанс на победу. Так, кому отдадут? Так, кто выиграет? Даниил. Денис. Вы знаете, я вижу, что здесь может Денис выиграть, обыграть. А что-то вот у Даниила с эмоциональным настроением. А, по всей видимости, ему надо определенный настрой. Как в какую-то как агрессию впадать в такое противостояние. Ну, я не вижу, чтобы он победил. У меня почему-то идет информация, что нет. А победу возьмет Денис Шаповалов. У меня идет такая информация. Ну, вот как-то вот так. Давайте еще раз посмотрю. Шанс на победу российский теннисист Даниил Медведев. И он против канадца Дениса Шаповалова. Кто одержит победу? Даниил Медведев или Денис Шаповалов? Слушайте, ну они два очень, конечно, мощных, ярких. Смотрите, у меня здесь идет на Дениса Шаповалова все-таки, потому что это карта сила, карта победы. И здесь идет старший аркан колесница, то есть это когда человек мчится вперед к своей победе. И карта солнца, это говорит об успехе. Но и здесь как это, и король пентаклей, и карта силы в сочетании. Так. Еще раз. Даниил Медведев, Денис Шаповалов.
Я вижу, Денис Шаповалов одержит победу. У меня выходит так. Напишите потом, пожалуйста, свои комментарии, кто победит, потому что для меня это важно. Но, ребята, если вы ставите ставки, опирайтесь только на свой опыт и профессионализм. Я не разбираюсь, по большому счету я не смотрю ни бокс, ни теннис. Меня просят делать расклады, я опираюсь только на ту информацию, которую мне дают карты. Всем желаю удачных ставок, берегите себя, всего вам доброго.